Пациенты из десятков регионов страны и больше 5000 операций в год. Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах исполнилось 10 лет. За 10 лет работы в федеральном центре сделали больше 60 тысяч операций. На ноги поставили 62 тысячи пациентов. Здесь используют современные реабилитационные технологии, которые позволяют максимально бережно относиться к человеческому организму, проводить щадящие операции. За квалифицированной помощью травматолога ортопедического профиля в Чебоксары приезжают из 55 регионов страны, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Практически каждый второй пациент лечится по государственным квотам. Для реабилитационного лечения в этом году начнут возводить новый корпус. В этом году с помощью правительства Российской Федерации Вереники Игоревны Скворцовой начинаем практически строить уже реабилитационный центр стоимостью почти 350 миллионов рублей. И в следующем, 2020 году, этот объект будет введен в эксплуатацию. Сегодня коллектив центра насчитывает более 500 сотрудников. Светлана Егорова работает операционной сестрой с 2011 года. Самые сложные, наверное, необычные, это когда во время операции что-то меняется, ход операции, какие-то операции усложняются, а ты как медсестра должна понять своего доктора, считать его мысли и сделать все необходимое, чтобы операция прошла гладко и успешно. Одна из главных задач центра – развитие малоинвазивных и костесберегающих техник лечения. За 10 лет опубликовано более 300 научных трудов. Результаты исследований специалисты представляют на международных, российских и региональных конференциях и симпозиумах.